Всем привет, друзья! Ну что, как ваше ничего? Надеюсь, что отлично! А у нас сегодня... жестокий день. Титаны уже здесь. Группа The Tester выпустили свой новый сингл под названием Paradise. И, конечно же, к нему замутили клипецкие. Да не просто клипецкие, а вышечку по одному из самых популярных аниме-сериалов «Атака Титанов». Чувствуется, мне сейчас будет лютый разнос, но я готов, я даже сделал зарядку утреннюю. Так что, короче, без лишних слов, сейчас мы с вами слушаем трек. Конечно же, обалдеваем, потому что мы уже слышали с вами предыдущие синглы, и они были дико разрывными. Так что, я нажимаю на play, вы нажимаете полный экран, смотрим, а потом обсуждаем. Поехали! Сразу, да? Ты замес. Слушайте, круто сделан клипецкий, мне прям нравится. О, это... ух, уже этот утробный вокал. Я боюсь представить, какой здесь будет брейк. Принесите мне табуретку. Матерь Господня. Извините за нескромный вопрос, а когда следующий трек? Потому что мне явно недостаточно тех, что есть. Я хочу больше. Охренеть. Если сейчас будет еще и шредовый запил, я влюблюсь окончательно. Я какой большой мальчишка. Ой! Ему плохо, походу. Вот и солячок приехал. Да, хотел бы я так прыгать, конечно. Так не успел на автобус, прыгнул, а ты уже в нужном месте. Ой,
какой же это разрыв. Какой же это разрыв. Как бы так сказать, наверное, и разрыв жопы, и разрыв лица, и разрыв всего, что только можно. Это слишком мощно, ребят. Будем говорить откровенно, нельзя. Вот СНГ не должно делать настолько круто, чтобы Запад такие типа, а чё, а как, а нам-то как это повторить? Кто бы что ни говорил, в последнее время я всё-таки действительно замечаю тенденцию, что СНГ коллективы делают слишком нереально крутое музло. И серьезно, вот я прям искренне верю, что однажды все-таки мы будем подражанием для Запада, как делать материал. Может быть, конечно, не во всех стилях, не во всех направлениях, но именно в плане кор-музыки это слишком высоко, это слишком круто. Тут прекрасно все. И зубодробительные рифы, и утробный вокал во время брейков. Эти прям... Вот что сказать, ребят? Я не знаю. Картинка мне очень понравилась. Признаюсь честно, я не знаком с анимешкой. Я очень много про нее слышал. Я даже видел, что есть какие-то некие трэш-фильмы по вселенной. Но, тем не менее, как-то руки и ноги и глаза у меня не дошли до просмотра. Но вот после такого я прям думаю, что посмотреть точно стоит. Очень крутая нарезка, очень круто все подобрано, все моменты, когда нужно какой-то лютый замес, месиво, драки, прыжки. Короче, экшон, друзья, это даже не скучно смотреть. И даже если ты не понимаешь, что творится, даже если ты не понимаешь, про что лирика, это не нужно. Ну, вообще нужно, конечно, что я такое говорю. Но, тем не менее, ты смотришь и ты кайфуешь от всего, что происходит. Поэтому огромный лайкос ребятам за работу. Я не знаю, но это очень круто. И очень мало хочется еще, говорю вам честно, положа руку на сердце. А вы, кстати, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по треку. Что думаете по группе. Как вам ее стилистика. Что вообще можете сказать. Как вам эти ребята. Может быть, вы с ними вообще в одном дворе живете. В одном подъезде. Короче, давайте пообщаемся и наведем суету. Ну и, конечно же, огромное спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилась реакция, понравилось само видео. Обязательно все это пишите в комментариях, пишите рекомендации, что нам нужно посмотреть вместе с вами. Ведь вы рекомендуете только годноту. Мы тут смотрим, кайфуем. И вам еще и спасибо говорят за то, что вы это делаете. А на сегодня все. Я говорю вам пока-пока, но ненадолго. Ведь совсем скоро новое видео. Так что до скорых встреч и, конечно же, по классике. Люблю. Целую.